путешествуешь по Армении, всюду видишь христианские храмы. Порой даже начинает казаться, что в этой стране монастырей и церквей больше, чем жителей. На левом склоне ущелья реки Арпы стоит Гандеванг, один из самых красивых монастырей X века. Крупный духовный, религиозный, просветительский центр Средневековья. На протяжении столетий монахи этой обители, ученики и учеников Месропа Маштоца переписывали рукописи и занимались переводами, взращивая плоды духа, помогая своему народу познать мудрость и наставление, понять изречение разума. Из поколения в поколение передается в Армении уважение к этим людям, создателям национальной письменности и литературы. Для каждого армянина первые переводчики – святые. Отсюда, кстати, почтительное отношение к этой профессии. Переводческая культура в Армении очень сильно популярна и развита, особенно в древние времена, когда здесь переводили рукописи. Наши священники даже праздновали специальные дни, отмечали специальные дни в календаре, посвященные переводчикам. Во все времена в Гандеванге жили монахи-отшельники. Эта традиция сохраняется по сию пору. Скажу сразу, нынешнего, единственного обитателя монастыря я так и не увидела. Гандеванг с его древними надгробными камнями, резными крестами-хачкарами, фрагментами храмовой росписи – настоящая религиозная святыня. В последние годы все больше людей помогают восстанавливать монастырь. Делают они это добровольно, исключительно своими силами. Да и как не попытаться сохранить такое историческое наследие? Один храм святого Степана со чего стоит? Церковь основала ксюникская княгиня София, которая считала, что Вайоццор и вообще вот эта местность похожа на кольцо, которому не хватало камня. И построив эту церковь, она сказала, что этому прекрасному обрамлению не хватало драгоценного камня, и вот, пожалуйста. Церковь святого Степаноса поражает воображение. Права была княгиня, это настоящая драгоценность. Но, буду честна, самую большую радость в Гандеванге мне доставило знакомство с самым милым обитателем этого монастыря. По легенде, когда Бог создал человека, человеку стало скучно. И тогда Бог из земли создал ему собаку. Собака породы гампар, древняя армянская порода. Вот это чудо зовут Зранги. Он живет в монастыре и очень любит играть. Конечно, у него очень большие и опасные зубы, но он добрый. Вот, и стеснительный. Смотрите, как он стесняется. Сюрприз был действительно приятный. Меня привезли к Джермукскому термальному источнику. Не
Неподалеку от курортного города Джермук располагается множество термальных источников. Все они разной температуры, вот конкретно этот 54 градуса. Собственно, сам город был построен ради этих источников, чтобы люди могли приехать сюда и поправить свое здоровье. После долгих походов по горам, думаю, этим я сейчас и займусь. Едва я окунулась в теплую воду, тотчас поняла, ни за что отсюда не вылезу. Каждые 10 минут источник начинает бурлить, словно кто-то включает особый режим, как джакузи. Вода нагревается глубоко под землей и выходит на поверхность, обогащенная солями и газами. У джермукских источников богатый химический состав. По своим целебным свойствам они могут соперничать со знаменитой карловарской водой. Волосы русалки. Так называют водопад, расположенный неподалеку от Джермука. Говорят, на вершине горы стоял когда-то замок владетельного князя. И была у него сказочно красивая дочь, которая, как водится у благородных особ, полюбила пастуха. Отцу это не понравилось, и он пригрозил превратить непокорную княжну в русалку, если она не перестанет видеться с простолюдином. Девушка не послушалась и ночью свесила из окна замка свои длинные косы, чтобы возлюбленный мог по ним забраться наверх. Едва молодой человек прикоснулся к волосам княжны, они превратились в воду, а девушка в русалку. Вот такая печальная история, а водопад на самом деле прекрасен. Солнце вот-вот зайдет, а я еще не добралась до Нараванка.
Стоящий на уступе извилистого ущелья реки Гнешик, окруженный красными скалами, издалека этот средневековый монастырь почти незаметен. Но по мере приближения к нему начинаешь понимать – перед тобой чудесное творение рук человеческих. Здесь так красиво, что хочется зажмуриться. Нараванг в переводе с армянского означает «новый монастырь». И название это дано ему не случайно. Архитектором этого монастыря был один гениальный, очень талантливый мастер-мумик, которого можно считать одним из видных деятелей эпохи Возрождения. Он здесь применял очень много новых стилей, новые направления, очень много новых произведений он сам внедрял вот в искусство и очень большой вклад оставил в мировой культуре. Одно из самых сильных моих впечатлений в Нараванке – уникальное скульптурное изображение Бога Отца. Что очень ценно вот в этом барельефе, что это первое в мире изображение Бога Отца, реалистичное изображение, что вот он изображен в виде человека. И почему он изображен именно так? В те времена, это 14 век, Армения находилась под татаро-монгольским игом. И для того, чтобы они не уничтожали наше культурное наследие, мумик изобразил Бога именно с миндалевидными глазами и с косичками, чтобы это изображение было каким-то образом близко, что-то родное для монголов. Ну, это, пожалуй, был единственный вариант, чтобы под их властью можно было творить вот в этом направлении. Скоро стемнеет, но у меня еще есть время, чтобы пройтись по Нараванку. Да чего же не хочется расставаться с этой красотой, совершенством и таким редким для меня ощущением умиротворенности. Это был незабываемый, фантастический день. Еще один день, который я провела в удивительной стране Армении. Вулкан Байот-Сар расположился к востоку от озера Сиван. Дорога к его вершине трудна и небезопасна. Кажется, еще чуть-чуть, и автомобиль упадет в пропасть. Опытный водитель и проводник здесь просто необходим. Благо, Арам, проводник из турфирмы Find Armenia, далеко не в первый раз в этих горах. Слышала от армян восклицание «Вай-вай-вай». Слово, выражающее удивление, напрямую связано с названием вулкана Байот-Сар. Его можно перевести как «гора Ох» или «Ах». Но удивление относится не к красоте вулкана, а скорее от страха перед его могуществом. Некоторые называют это место «дурная гора». Слишком много боли она принесла в свое время. Последний раз вулкан Байот-Сар извергался в 735 году. Тогда извержение было настолько сильным, что погубило несколько окрестных деревень, а также очень крупный город Моц с населением 10 тысяч человек. Видимо, в Армении существуют свои Помпеи. Ну а здесь, на вершине этой горы, я чувствую себя настоящим силачом. Я, например, могу взять этот камень, поднять его, подбросить.
Он очень легкий, так как имеет пористую основу. Ну а когда мы подходим к краю, тут открывается совершенно потрясающий вид, от которого просто захватывает дух. Арцахские скакуны. Если верить преданиям, все они потомки коня, созданного Всевышним из южного ветра для заскучавшего в раю Адама. Быстроногие, выносливые, не знающие страха, эти кони считаются представителями одной из самых старых пород горных верховых лошадей. Своими победами прославленная армянская конница древних времен во многом обязана резвым красавцам Арцаха. Эти лошади идеально приспособлены к нашему региону. Они умеют выживать в горах. В дождь, снег, в туман легко находят дорогу. А еще они могут защищаться от волков и защищать от них жеребят. Табун Карена насчитывает 30 лошадей. Все они привыкли к свободе. Им не нужны теплые денники. Дни и ночи эти кони пасутся в горах. Когда лошадей держат в помещении, в конюшнях, это не самым лучшим образом сказывается на их здоровье. Лошадь должна постоянно находиться в движении. Лучше всего, если она будет расти в таких условиях, в которых ей потом придется работать. Когда лошадь держишь в горах, она всегда готова к дальнему походу. Соблазн прокатиться на арцахском скакуне был слишком велик, и я не удержалась. Первый раз на лошади я залезла почти как профессионал. Осталось теперь понять, как ее управлять. Ну, давайте попробуем. Пошла, пошла. О, она едет. Но моя радость была недолгой. Хотя, по словам Карена, мне дали самую смирную лошадь, она меня игнорировала. Лошадь меня не слушается. Видимо, она не чувствует во мне хозяина. А мне, если честно, просто жалко ее бить больно по бокам, чтобы она пошла. Давай, пойдем, красавица. Опа, ну куда? Не туда, пойдем вон туда. Туда. Она опять меня не слушается. Лошадь сегодня меня как-то не очень слушалась. Вот, но я думаю, что я еще сегодня потренируюсь, и, может быть, у меня получится. Ну, не факт. Ну, давай, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Опа! Да, видимо, нужно как-то поувереннее. Пойдем направо. Пойдем, 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 пойдем. Оп. Она меня послушалась. Давай. Ударь ногами. Оп. Давай, сюда. Пока я отчаянно пыталась подружиться с лошадкой, мне не давала покоя мысль. А как же туристы совершают конные прогулки? Неужели все они превосходные наездники? Оказалось, такой проблемы просто не существует. Если во главе кавалькады находится умелый всадник, за ним инстинктивно пойдут и остальные лошади. Эти скакуны – само благородство и красота. Жаль покидать их, но впереди меня ждут новые приключения. Кто знает, какие еще испытания мне придется сегодня пройти. Thank you.
я уже начала привыкать к перепадам высот. Голова уже не кружится, уши не закладывает. Оказавшись на горной высоте в 2500 метров, я чувствую себя прекрасно. Да и какая красота кругом! Селимский перевал. Именно через это место когда-то проходил Великий Шелковый путь, о чем свидетельствует вот это невзрачное на первый взгляд строение. Вот так вот в 13 веке выглядел постоялый двор. Назывался он «Караван-сарай». Торговцы, когда шли по шелковому пути, особенно зимой, им нужно было остановиться где-то на ночлег. Вот в таких местах люди и животные переживали зимнюю холодную ночь. Размер помещения 26 на 13 метров. Здесь несколько отдельных вольеров с поилками для животных, а в конце две смежные комнаты для ночлега людей. Как здесь могло помещаться много людей с животными и везенными на продажу товарами, представить сложно. Но лучше такие условия, нежели погибнуть от холода.